Волынка, средневековая кельтская арфа, шотландский национальный барабан «Байран». Как звучат эти инструменты вживую? Довелось услышать всем, кто побывал на концертной программе «Арктический конвой дружбы и памяти». В ней участвовали именитые музыканты из Великобритании, Шотландии и Словении, а также ансамбль танца «Юность» из Москвы. Площадкой для проведения концерта стала большая сцена Кировского городского дворца культуры. Знаковое мероприятие состоялось в рамках Международного общественно-культурного форума «Арктическое братство», который в эти дни проходит в Кольской столице. На правах принимающей стороны открыл программу духовой оркестр Кировского городского дворца культуры. В этот вечер он играл под руководством выдающегося британского дирижера Крэга Робертса. Марш «Прощание славянки» невольно заставил подняться весь зал. Люди аплодировали во время исполнения музыкального произведения и еще долго после финального аккорда. Так эмоционально зрители благодарили каждого, кто поднимался в этот вечер на сцену. До слез тронуло собравшихся и выступление популярного музыканта и исполнителя из Словении Саши Гачника. Бурными овациями публика вознаградила также выступление московской творческой молодежи, ансамбля танца «Юность», постоянного участника различных всероссийских проектов. Еще одной изюминкой вечера стало знакомство зрителей с шотландскими и британскими народными музыкальными инструментами в исполнении признанных виртуозов. Звучание кельтской арфы, шотландского национального барабана «Бойрана» и «Волынки» многие вживую услышали впервые. Я в гостях у своих детей в Кировске, и совершенно неожиданно попали на это великолепнейшее мероприятие. Мы вообще в восторге в полном, получили огромное-огромное наслаждение. Ждали. Очень рада, что в Кировске вообще проводят мероприятия такого уровня. Я даже немножко на эмоциях сейчас, наверное, какой-то бред несу, потому что мы правда не ожидали. Мы не ожидали, что здесь. И само мероприятие очень трогательное, патриотичное, очень неожиданно значимое очень на сегодняшний день. Артистов до глубины души потрясло гостеприимство северян и их патриотизм. Ну а что послужило лейтмотивом проекта «Арктический конвой дружбы и памяти»? Как публика приняла виртуозов и о чем говорили участники концерта со сцены, подробно расскажем в специальном репортаже, который выйдет в эфир в четверг на канале Народного телевидения.